нашої студії завітала косметолог Наталія Тарнавська. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, зволоження шкіри. Цікаво, чи всі типи шкіри можна зволожувати? Не можна, а нужно. Потому что кожа у всех, в принципе, одинаковая, структура ее. Но отличается она интенсивностью выделения кожного сала у каждого. У жирной кожи, понятно, это больше, у сухой меньше. Так как жирная кожа стареет медленнее, ее обладательницы будут дольше оставаться молодыми и красивыми, потому что у них более толстая подкожно-жировая клетчатка, которая удерживает влагу и не дает возможности образоваться морщинам. У сухой кожи такой возможности нет, подкожно-жировая клетчаточка у них потоньше, влага больше испаряется, меньше задерживается, поэтому морщины начинаются довольно-таки рано. А что делать тем, у кого комбинована шкира? Стараться увлажнять кожу все равно и просто не запускать. Им повезло, грубо говоря. А саме рівень зволоження шкіри, я так розумію, що у жирної шкіри і у сухої він має бути різним чи однаковим? Нужно стараться удерживать его на должном уровне, удерживать золотую серединку, потому что если мы не будем увлажнять жирную кожу, то кожного сала будет выделяться больше, то есть будет через надмір. Те, що дівчата, особливо у підлітковому віці, намагаються спиртовими розчинами, будь-якими розчинами, які сушать шкіру, намазюкатися і скажуть, все, усі прищики зараз підсохнуть, і я буду чарівною, гарною, так робити не можна. Ну да, тому що спирт, він розрушає барьер кожи, и влага испаряется больше. Организм думает, что он теряет влагу, поэтому он компенсирует это большим выделением кожного сала, соответственно, идет закупорка пор и развитие инфекций. Друзі, зволожена шкіра, я читала про те, що зараз це не тільки корисно, але й модно. В індустрії краси зараз навіть відмовляється від пудри і дівчата, для того, щоб шкіра завжди виглядала зволоженою, сяючою, не плутаємо з жирною масною, а ось саме сяючою, зволоженою шкірою. Саме тому, я думаю, що для кожної дівчини зараз є проблема. Як саме можна правильно зволожувати шкіру? Які є способи зволоження? Це можуть бути масла, которые можно наносить на ночь, чтобы в день кожа не блестела, как будто от жира. Да, как будто от жира. Это могут быть сыворотки на основе гиалуроновой кислоты, так как в увлажнении кожи самое первое место занимает все-таки гиалуроновая кислота. Она вырабатывается нашей кожей, в ее среде развиваются и живут клетки. Если это кожа лица, то это клетки молодости, коллаген и эластин. Они, столбы, на которых держится кожа, зависит упругость ее и эластичность. Гиалуроновая кислота, она питает их водой, поэтому нужно в основном в рацион ввести ее, потому что она задерживает в себе от 1 до 500, от 100 до 500 молекул воды. Ми спілкувалися із нашою ранковою гостею, косметологом Наталочкою Тарнавською, про те, як правильно зволожувати свою шкіру. Вона нам розказала, за допомогою яких масок, яких компонентів можна його зволожити. Але ми маємо також уникати факторів, які забирають, просто так забирають нас вологу з нашої шкіри. Тож, Наталочко, що ж це за фактори? Это такие факторы, как чрезмерное употребление кофе, копченая, соленая, маринованная еда, много жирного мяса и солнечные ванны, чрезмерное их употребление большого количества солнечных ванн. Оно пагубно очень влияет на кожу и прям забирает влагу изнутри, из ее внутренних слоев. Поэтому кто полюбляє каву вранці випити, потрібно їм відмовлятися. Наталя, а ось у мене одразу, знаєш, мій хитрий мозок каже, добре, зараз я з'їм щось солодке, солоне, смажене, зап'ю це все кавою, втрачу вологу, але потім зроблю масочки, кремики, зволоження, і волога знову в мене на обличчі. Чи це діє, чи вже такий ракурс не підходить? Нет, хорошо, що буде хоч щось якесь, хоч щось буде, це равномерно хоть немножко будет дополнять вот эту влагу. Но это тот же принцип, что мы наливаем воду в сито.
Оно на очень короткое время там задержится, да. Оно будет просто. Поэтому если вы решили побаловать кожу хорошим уходом, увлажнением, так побалуйте ее не на 10-20%, а на 100%. И нужно употреблять больше клетчатки, больше овощей и фруктов, чтобы ну, вместо кофе жирных, копченых продуктов. Тобто солодощі також не можна, так? Нет, ну почему можно, но только это уже не к увлажнению. Сладкое это уже идет к высыпанию, к акне и всему остальному. Мы сегодня про увлажнение, поэтому тут поменьше кофе копченое, маринованное, там жирная такая вот еда, вот это да. А вот чем можно заложить шкиру в домашних условиях? И как это сделать? Конечно, можно и нужно. Нужно делать периодически маски, желательно, если они будут из кисломолочных продуктов с повышенной жирностью. Это молоко, простокваша, кефир, сметана. А ось яким чином це необхідно робити? Тому що, ну, я не уявляю, маю я скляночку молока, мені вмиватися молоком, чи якось його, як робити собі маску молочну? Можна умитися, можна прийняти ванну із молока. Никто не запрещает, но поскольку мы не можем принимать ванну из молока, как это делала Клеопатра. Шкода, шкода. Да, мы можем хотя бы сделать маску из измельченных овсяных хлопьев, каши, геркулес, с водичкой разбавленной, но запарить их надо и нанести на лицо. Это очень хорошие маски из огурца. Можно просто кружочками банально наложить, просто в огурце очень много влаги, и он осветляет еще. Или можно измельчить огурец и добавить туда сметану, тогда это полноценная, хорошая, увлажняющая маска. Это может быть маска из мякоти грейпфрута, там тоже очень много полезных веществ, и если вы добавите туда немножко гиалуроновой кислоты, вот к дополнению сегодняшнего разговора хочу сказать, что девушки могут приобрести себе гиалуроновую кислоту, она должна быть у них, ну, постоянно в косметичке, ну не в косметичке, а в домашнем уходе, чтобы увлажнять. Это очень хорошее средство. И добавлять его постоянно в маски. А ось чи всім можна використовувати такі маски от, з додаванням кисломолочних продуктів? Чи є якісь все-таки... Алергія. Алергія, да, на лактозу. Кстати, що робити тим, у кого алергія на молочні продукти? Які маски тоді їм використовувати у домашніх умовах? З грейпфрутом і з гіалуроновою кислотою, якщо немає алергії ще й на вітамін С. Якщо на вітамін С, то з огурцом можна робити просто без сметани. Вибір величезний. Головне підібрати компонент, який підходить саме тобі. У фруктах дуже багато вітамінів. І, кстати, от фрукти, вони по вітамінам, вони йдуть по принципу. Чим ярче фрукт, тим більше там вітамінів. Поэтому, якщо ви бачите щось яркое, красиве, вам подобається, бросається в очі, пожалуйста, наносите на лицо. Томатні маски теж, кстати, дуже полезні, особливо для жирної кожи. Вони дуже добре потім увлажняють, захищають, питають кожу. Поэтому, от чим ярче фрукт, тим краще буде маска. І тобто можна так огірочками, помідорочками обложитися і лежати. Да. Салат зразу собі наложити. Дашка, хочемо ще нагадати нашим глядачам про те, що є спеціальні з тканини масочки, які також можна використовувати у домашньому догляді за обличчям. Ну, да, это если вы делаете, например, лосьон в домашних условиях, то есть отвар из хорошо увлажняет из мяты, там мать-мачеха, идет из крапивы настойки, тогда мы можем просто эту масочку увлажнить, чтобы не облаживаться ватными тампончиками. Можете масочку увлажнить, положить на лицо и вот полежать. Так. Оно удобнее, потом сняли и выбросили. Оно удобнее и качественнее. Такие одноразові масочки. Да, да. Що ж, дівчатенька, тепер ми знаємо, як зволожувати свою шкіру для того, щоб, не дивлячись ні на які фактори, завжди наша шкіра сяяла, щоб обличчя наше випромінювало тільки радість та щастя. Ми дякуємо нашому косметологу, нашому пораднику Наталочці Тарнавській.